Так, друзья, мы сейчас едем в районе, в стокгольмском районе, который называется Ярфелла. Здесь находится русский магазин. Вот именно туда мы сейчас и направляемся с вами. Как вы видите, все дома, все улицы здесь практически расположены как бы на холмах. На таких горках. Везде лежачие полицейские, которые взяток не берут. Кстати, здесь полиция взятки вообще не берет, то есть лучше их. Ну, может быть, конечно, она где-то когда-то берет, и, может быть, были единичные случаи. Но лучше этого не делать. Сначала могут даже и не понять, а если поймут, то могут уже по-другому уже. Могут принять, да, точно. Вот здесь вот слева вот сейчас. Видите, здесь все вместе, не только русский магазин, но еще и арабский. Сейчас мы его... Курдистан Forever, да? Да, Курдистан Forever. Может, там у входа сразу здесь там место есть, или там не было места, или здесь. Вот что здесь прекрасно всегда, так это воздух. Каждый раз вот выходишь из машины или из какого-нибудь помещения и поражаешься, насколько приятно, чистый и свежий здесь всегда воздух. Так, сейчас, друзья, направляемся мы к русскому магазину. Здесь, кроме этого русского магазина, очень много разных других вещей. Также, и, кстати, магазин называется Ностальджи. Перевод, я думаю, не нужен. Здесь такая эзотерия. Идут арабские магазины. Вот. А русский магазин, кажется, закрыт. Да. Вот такие вот дела. Что делать, нечего, магазин закрыт, там уже дальше арабский.